10 ноября в Хасавюрте отметили День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Главное торжество состоялось во дворе городского отдела полиции, в котором приняли участие не только действующие сотрудники полиции, но и ветераны правоохранительных органов, представители муниципалитета, общественности и средств массовой информации. Собрание, посвященное профессиональному празднику стражи порядка, открыл начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Хасавюрт, полковник полиции Арсен Гусейнов, выразивший благодарность коллегам за добросовестное, мужественное несение службы и местным властям, оказывающим материальную и моральную поддержку отделу. Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, примите искренние поздравления с профессиональным праздником Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Это праздник тех, кто, не щадя себя, каждый день противостоит преступности, кто обеспечивает безопасность на улицах города и республики, кто первым приходит на помощь попавшим в беду. Труд сотрудников правопорядка круглосуточный, и в свой профессиональный праздник многие из них находятся на боевом посту. Ежедневная работа сотрудников полиции связана с огромным риском и ответственностью. Они ведут бескомпромиссную войну с криминальным миром, выполняют особые опасные задания в горячих точках. Поздравляя с профессиональным праздником, глава города Хасавюрт Зайнудин Акмазов выразил благодарность от лица администрации, собраний городских депутатов и всех горожан за ответственное несение службы во благо народа. Сегодня ваш и наш профессиональный праздник. Абсолютное большинство сотрудников городского отдела полиции и всех работников органов внутренних дел города – это профессионально подготовленные, добросовестные, честные, порядочные сотрудники. Вы обеспечиваете правопорядок в городе, защищаете интересы граждан, боретесь с преступностью, порой с риском для жизни. Самые трудные годы для республики и страны многие сотрудники, десятки сотрудников городского отдела сложили свои жизни за законность и правопорядок. Я хочу от имени городской администрации, собрания депутатов от всей души поздравить вас с праздником, пожелать добра, благополучия. К стражам порядка и всем собравшимся с поздравлениями и пожеланиями также обратился председатель Совета ветеранов правоохранительных органов, народный герой Дагестана Зайбадин Омаров. Затем за образцовое выполнение служебного долга, за обеспечение общественного порядка и безопасности, прав и свободы граждан, высокий профессионализм, мужество и умелые действия в условиях, сопряженных с риском для жизни. Большая группа полицейских была награждена почетными грамотами и отмечена благодарностью городской администрации, собраний депутатов и МВД Дагестана. Торжество завершилось возложением цветов к мемориалу погибших при исполнении служебного долга сотрудников. Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».